Ну вот я на берегу. Надеюсь, теперь мы заснимем что-нибудь интересное. И надеюсь, что моя байдарка никуда не уйдет. Раньше домики выглядели примерно вот так. Ну, конечно же, это какой-то был шикарный дом. Роскошный. Но он весь деревянный. И у каждого в обязательном порядке была вот такая вот лодка. Лоскодонка. Потому что без лодок тут никуда. Да вот и здесь она, я смотрю. Обычно на зиму они переворачивались кверх ногами, а по весне их нужно было конопатить обязательно и смолить. Ну вот одна из них тут, наверное, до сих пор и лежит. Вот, а сейчас я пойду дальше и покажу, что тут происходит. Пирс, конечно, изменился, залит бетоном. Раньше здесь вот были тоже забиты такие вот колы металлические. И вот эти листы, наверное, еще с тех времен, которые поддерживали берег. И обязательно у каждого был свой кол, на который вешался замок, за который привязывалась лодка. Так, ну это тоже еще из тех, по-моему, времен. Дом, у которого деревянные рамы. Ой, как же тут все мило. Как же тут все кажется, как будто бы родным. Хотя прошло столько лет. Ой, какие милые домочки. Да, вот такие они и были. Примерно. Сейчас, конечно же, все делают все более и более современные. И это правильно, когда есть возможность. А вот тот самый дом. Ну, точнее, то самое место. Дом абсолютно другой. Здесь на втором этаже был тоже сруб. Да, там были комары. Но там было интересно. Тогда не было видео, чтобы заснять это. О, дерево, наверное, еще с тех времен. Хотя лишилось кроны. Вот. Здесь можно подойти поближе, посмотреть. Но зайти туда вряд ли получится. Хотя, если были бы люди, можно было бы попроситься. Такая увитая веранда. Очень красиво. С воды еще красивее смотрится. О, правила поведения на воде. Без них никуда. И с этим я полностью согласен. Ну и тут, конечно же, возразить абсолютно нечего. Все так и есть. По этим тропинкам мы бегали еще маленькими. И у нас было всегда чем заняться. Всегда у нас было куда пойти. А вот эта верандочка смотрится отсюда изнутри так. Красивый вид. Шикарно сделали. Молодцы. Круто. Здесь еще можно пройти. Я думаю, конечно, кроме меня вряд ли кому-то здесь интересно. Но если вы сюда когда-нибудь попадете, прогуляйтесь по этим улочкам. Они такие уютные и такие интересные. А я еще раз подойду к воде. Хотя, казалось бы, я на этой воде целыми днями, уже пятый день. Но она не перестает мне нравиться и никак не надоедает. Это уж точно. Да, вот здесь были мастушки. О, голавль какой огромный пошел. Вон он, вон он, вон он. Ух ты. Ой, закатные лучи. Как же это все красиво. Как же это волшебно. Как же это кажется какой-то сказкой. Сказкой наяву. Но в которой, между прочим, я вполне себе еще живой. А нахожусь в таком раю. Ну все, хватит облизываться. Когда-нибудь, может быть, ты сможешь напроситься в гости в этот дом. А пока здесь никого нет, я иду искать местечко для своего ночлега.
Наверное, где-то вот там. Попытаюсь найти его. Ну вот, как будто мы вернулись в детство. Если смотреть с такого уровня, каким ты был в детстве. Тут идет интенсивное строительство. Ну, кто-то что-то строит, кто-то что-то ломает. Какие-то некоторые дома, к сожалению, вот так вот заканчивают. Какие-то вот строятся довольно-таки симпатично. Почему-то пахнет шашлыками. Вообще-то это понятно. Здесь хочется отдыхать. А когда человек отдыхает, ему хочется что-нибудь вкусное кушать. Обязательно. Какой милый умывальник. Дорожки такие мощеные. Симпатично. Тут, естественно, конечно, дети свои бросают игрушки. Ой, какие-то яблоки волшебные. Так удивительно здесь идти. Как будто попал в какую-то сказку. Ну так и есть. Посмотрите. Смотришь направо, смотришь налево. Все какие-то сказочные места. Ага. Но эту сказку вы уже знаете. Проходим мимо. А вот смотрите, как интересно. Этот дом, который находится за плакатами, его как будто бы съедает природа. Тут, видимо, никто не живет, поэтому он такой весь оплелся. А дальше уже дома вполне себе современные и красивые. Ну все, наверное, мы закончим на этой ностальгической ноте. И надо уже думать о сегодняшнем дне. Просто брать и, так сказать, устраиваться на ночлег. А, пиранья пришвартовалась. Да, тебе здесь нравится. Но хозяину-то нужно где-то обрести берег. Поэтому пойду искать. Что ж, пусть прошлое останется в прошлом. Ничего не сделаешь с этим. Время невозможно остановить. Но место как было шикарным, так и осталось. Спасибо за мое счастливое детство.